Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. На пункт связи части поступил вызов о возгорании двух автомобилей. По приезду к месту выезда было обнаружено возгорание двух автомобилей. По приезду были поданы средства тушения. По пострадавшим сейчас уточняется. Одни борцы оперативно ликвидировали возгорание, оказывали помощь пострадавшим и скорую медицинскую помощь. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.